Дай послушать. Что там? Ничего не слышу. Я пытаюсь услышать последние школьные сплетни. В коридоре все всегда все знают. Еще чего послушивать? Можно просто подойти и спросить, как наши корреспонденты. Димас, ты в курсах, что нам нужно опрос снимать? Всем привет, добро пожаловать на школьную столовую. Так, значит, сейчас мы отправимся к нашему насосу. Тут пока бюджет этого конкурса позволяет, мы можем использовать качество. На вот эту вот лоску. Ребята, привет! Помахайте все рукой. Это школьное телевидение, да. Нравится ли вам еда? Нравится! Вот, как видите, еда нравится детям. Не школьного телевидения, поприветствуйте. А как ты умудрился съесть две порции? Ты постоянно ешь две порции? Как часто ты ешь? Ложкой другой. Так, ладно. А тебе нравится еда в нашей школе столовой? А, нашей столовой вот рис. Очень вкусно всегда. Есть лапша, всегда есть плов. Также есть колбаски. Нравится ли вам работа в нашей школе столовой? Очень приятно. Слава, здравствуй. Здорово. Что тебя движет прийти сюда в столовую? Конечно же, вкусно покушать в нашей прекрасной столовой. Я не могу прожить и дня за 11 лет обучения. Когда я нахожусь вне столовой, у меня начинается ломка. Потому что я уже привык к этой школьной прекрасной еде. К этой лапше, сосискам, котлетам, прекрасному подливу, который нынче готовят наши обалденные повара. Новые. Да, новые обалденные повара. Здравствуйте, Родион. Можете описать вкус столовой еды? Это что-то волшебное, как будто ангел спускается с небес.